Пизданул его. А, вижу, блядь, чела. А, пизданул его. Разъебал. Блядь, в смысле? На, сука. На, блядь. Они меня убили. По дороге. Ага, ебашь его. Ебашь его, Саня. Хорош. Души его. Все, у меня патрон нет. Подожди, тихо-тихо. Слышишь, тихо-тихо-тихо, тут зомби сагрил. Справа, слышишь? Да. Опа, нахуй, пойдем. Это он там. Вижу. Челики бегут. Где? Ёбнул. Одного? Да. А нет, одного ёбнул, да. Их двое было, да? Да-да-да. Я и зомби ёбнул, и его. Еще бежит? Еще одного убил. Понял, хорош. Троих припиздючили, блядь. Кипарей, нахуй. Так, это я? Как вы так с ними разминулись, блядь? Хуй знает. Так. Да, все сдохли. Ебать, у них еще мяса много. Попить бы. Так, СГшка. Да, они ловили рыбу, блядь. Только мне некуда, сука, все это пихать. Это выше выстрел? Он, блядь, оружие взял. Я его расхуярил. На, сука, прикинь, весь честь раздел. А он без патронов был хорош, ты, блядь. Это я его раздел. Так, все надо съебывать. Мы тут нашумели, пиздец. Да. Ебать, вы выше меня, что ли? Наверное. Вы где-то в поле куда-то туда пошли, да, в лес? Ну, типа того, да. А, ну, вот ебать, возле церкви. Наверх надо в гору идти. Были, по-моему. И там все уже, наверное, по-любому пописали. Похуй. Маузер перезапустить, блядь. Перезарядить. Сейчас скрыл выкол, да? Дрель, блядь. Раньше, я тут помню, у меня бабушка Петр был. На этот, как он, Пентиум второй. И ты когда его пользуешься, выключаешь, у тебя... Когда его надпись, что теперь питание компьютера можно выключить. То есть там кнопка включения Thunderbolt включается. Ебать, ты напомнил, пиздец. Я помню, мы играли еще с дядюшкой этот. Как-то игра называлась, она там, не помню. Dangerous, что-то такое, там против нацистов воюешь. Там у тебя типа тактикульный отряд британцев, да? Ну, американцев. И типа ты вот этим отрядом управляешь, ну и можно вместе по локалке играть. А, Hidden and Dangerous, типа того. И, короче, выполняешь эти миссии там, скрытно, типа, ну, диверсионный такой отряд. И мы, короче, опа, тут что-то, а, это, ну, текстура просто. И мы, короче, вот на такие, ламповых... кстати, кучу можно ящики прятать, да. И мы, короче, вот это... По локалке на таких ламповых компах играли. В эту игрушку. Блять, я так долго ее искал, эту Hidden Dangerous, но нормальной версии не нашел, которая бы работала именно в мультиплеере. У меня тоже была тема, мы, помню, с братом играли игрушку этот Робин Гуд. Вообще понравилась. Крутая игрушка, типа там, ну. Сверху вид, и ты там типа должен там незаметно насчет охраны пройти, там что-то то сделать. И прям игра очень прикольная была. Потом я ее скачиваю, думаю, да я этот сейчас установлю себе ее. А она у меня лагает, блядь. В моем, блядь, топовом железе она лагает. Я не мог в нее вообще играть, потому что там совершенно другой движок, совершенно все другое, и архитектура другая. И поэтому наше железо просто почему-то на нем она очень сильно лагала. Стал разбираться, там что-то там много нужно всего делать. По-моему, эмулятор ставишь, на него устанавливаешь винду, вот эту древнюю XP. Потом ты уже можешь игру устанавливать и играть. И тогда у тебя ничего лагать не будет.
А, эти ужас. Мы уже почти в пригородках. Ты где? Сейчас скажу. Я в Электрозаводске. Да, охуенно будет. Какие нахуй пригородки? Ты же говорил, ты в пригородках. Я уже прошел пригородки. Ну, охуенно. Ты в Электрозаводске, блядь? Между. Ну вот, мы смотри. Мы с голова. Вот мы видим эту гору. Так. И вот, типа, кирпичку вот эту станцию такую. Придорожную. Типа там рельсы, мост еще. Угу. Ты пробегал? Ты проходил мост там, где зигзаг, такая дорога по низам идет. Низами, блядь. Короче. А, я вижу, подожди. Знаю. Подожди, остановись, кьюешни. А, вон ты, блядь, стоишь. Ты, блядь, на зигзаге стоишь, нахуй. А, вы за этот зигзаг? Угу. Ну, чё за пионер, блядь, стоит там? А ты глазастый, блядь. Комсомол красноармеец. Я его случайно, блядь, нашел. Так, на нахуй тебе. Сладкие. На нахуй тебе вот это поебало. На нахуй вот это тебе поебало. И вот это нахуй. Дащи, я заебался. Блядь. Мне места нету, блядь. Тебе ружье нужно? Патроны бы. Либо чада, что и будет. Ну, так, что еще надо тебе, Сань? У меня будет винтовка и пестель. Блять, обожаю этот пистолет. Короче, я скинул патроны такие вот. Если надо кому. Так, зеленые патроны, блять, зеленые патрончики сюда кинем, красные, блять, нахуй пошло. Мне кажется, они нашли свой лут. И просто туда еще какая-то кепка прибежала, вот они ее начали шлепать. Может быть. Там в домике какие-нибудь кепки. Ага. ССГ. Это больше ССГ. Не, ССГ что-то, блядь, как-то... Звук громкий слишком, не? Или БКшка, блядь. Мне кажется, так, это БКшка как будто. Надо сейчас оценить ситуацию, блядь, ну, не сразу вступать в бой. Конечно. А то вдруг там, блядь, нас съемут. У нас лут-то неплохой. У меня дропадут, я могу. А, ладно. Не рискуй слишком. Надо выше подняться. Может, козу, блядь, там пытались подъемнуть? Да не, коза-то, блядь, у нас. Мне кажется, это где-то в районе завода. Нет, то есть перестрелка, да, это в районе завода. Саня, откуда ты идешь? По кустам лучше. Блять, они бы давно бы ёбнули эту козу. Я ловишь, наверное, ты которого убил? Я по полю бегу. Блять, зомби, ёбаный в рот. Ну давай. Подожди, кто лежит к юешне? Нет. Бля, нет, вижу чела лежащего. Пизданул его. Короче, слышал выстрелы? Да. А, зеленый дом. Вот Саня бежит вроде бы. Недалеко. Я тут зомби пижусь. А, вот, правее, Сань, правее. Ты зеленый? Сюда? Не-не-не, наоборот, да. Вот зеленый дом. Вот-вот-вот, возле него прям. Так, я меняю позицию. Вот, блин! Тебя? Меня. Понял. Нет, живой. Не вижу его. Отойди, Саня, отойди, я тебя прикрою, блядь. Отойди, уходи просто, убегай. Короче, за зеленым домом еще один дом. Вот где-то в той стороне. Угу. Убегай просто, я это, занимай позицию, я тебя прикрою. Я занял, все нормально. Я вот за трактор сейчас сижу. У
Угу, я похилился, все гуд. Я его не вижу. Он где-то внизу за домом слева. А, вижу. Слева от тебя. Отвлекаю. Блять. Монстрфи. Бля, он тебя добил? Меня добил, да. Попасть не могу по нему. У зеленого дома. Я же говорю, Саня, не было. Ладос тут, блять, хуй. Я к тебе подхожу. А, вижу. Где ты видишь? Где он? А, за домом. Бля, возможно, я его смаслил. За дом-то хоть. Бля, вижу труп какой-то. Да вон, зеленый. Бля, походу я его попал по нему. Вон чьи-то ноги валяются. Не знаю, то ли это Саня, то ли, блядь, это тот чел. Он не зеленый, он же коричневый. Ну коричневый, я хуй знает, просто отсюда не вижу. Слушай, бля, походу я смаслил его. Могу там, это... там два трупа валяется. Ну, пойдем проверим. Пойдем. Бля, ну тут опасно просто. А не, еще кто-то бегает, подожди. Вижу, кто-то бегает. Да, все еще он бегает. Его пали? Не. А, нахуй все будем. Я думаю, тут, блядь, сейчас дохуя чело будет. Слышишь? Ну, выходит. За деревом. Так, сейчас туда. Вы до сих пор с ним пиздитесь? Да. Вижу. Где туалетик? Ага, вижу. О, я недалеко, я к вам иду. Бля, пиздец, попасть не можем. Бля, он у меня уже чел какой-то. Ты ж по мне стреляет. Где? Да сзади где-то, сзади. Вижу. Убегай. Я отступаю пока что. Блять, меня положили. Я же говорю, блять, надо убегать нахуй. А как, блять, я в него три раза попал. Я же говорю, блядь, тут мы слишком много нашумели, блядь. Пока нас другой входил уже, блядь. Эй, это пиздец, товарищи. Я живой только еще. Живой? Только я в банке живу. А я подбегаю. Давай. Добили меня. Блять. Грустно. Угу. Так а хули, блядь, с револьвера, блядь, вот три раза попал. Ему похуй просто. Лег, блядь, в этот возле дерева, а пока точил в бошку, стреляю, ему похуй. Ром, я, короче, сейчас буду с твоей позиции, с горы, где бараны будут. Мои дома простреливают. А, вижу, бля, чела. А, пизданул его. Хорош. Которого зовут? Белой каски был? Да, белой каски. Я отступаю. Дробовик. Потом работает. Бля, по мне. Блять, патроны!
кинь патроны. Разъебал. Блять, в смысле? На, сука. На, блять. Живой? На, сука, разъебал. Я пиздец, пацаны, я теку. У меня три кровотёка, блять. Пизда мне. Ебать, это заруба на века. Как этот хуй, блять? Выжил, ебать, пацаны. Вы сможете прибежать кто-нибудь? Я бегу, я вот в садах уже. Я вообще, у меня на ХП нету. Блять, он еще живой. Блять. На нахуй. Сосать, блять. Я его убил. Ебать, живучий хуй, просто, блять. Ебучий хуй, ты, блядь, уже должен был сдохнуть 6 раз. Я, блядь, 500 миллионов раз был должен был сдохнуть, гандон, блядь. У меня же на маузер патроны закончились, пацаны. Кто бежит белый? Не знаю. Наверное, я. Я отступаю, пацаны, у меня пиздец. Я сейчас... возле сарайки был такой, что слева. Нет, он просто по, это, слева направо бежит. Белая майка. Ну, сейчас у всех белая майка. Это на меня бегут, на меня я бегут. Я побежал туда, куда где меня убили. По дороге. Ага, ебашь его. Ебашь его, Саня. Хорош, души его. Все, у меня патрон нет. Да, блять, патрон нет. Все, я дайте съебаться. Иди ко мне. Что? Что? Вот, да я знаю. Иди, лутай, блять, челов, нахуй. У них патроны, блять. Да вон там, за лесом прямо. Я просто отступаю. У меня патроны кончились везде, все. Я пустой. Угу. Так, нашел тут. Ёбаный на шестерке, блядь. Я же говорю, надо съебываться, пацаны. Кепка мне уже отпиздить хотела. Ебать, я снимал. Возле вышки, да, это было. Возле вышки, посмотрите внимательно, осмотритесь, там должно быть. Влево, право, в какую сторону? Справа вроде от вышки. Вот, как смотришь. Ну, блядь, ну поищите там, заборчик должен быть, либо... Каменный забор. Вроде бы, да, какой-то там. Только быстрее, они сейчас прибегут опять. Нашел одного. Угу. Все, лутайте что-нибудь хотя бы и идите ко мне. Блять, у меня чел какой-то! Пизда мне. Я просто лег. Тут еще один чел, пацаны. У меня прям. Я понимаю. Надеюсь, он меня не видит. Кипарь какой-то. Возможно, это тот. Ебать тут кепок нахуй. Если чё, блять. Так это ты что ли? Да. Стоп, сзади тебя нет, ебашь его, ебашь. Ага, давай. Так я и думаю, ты что-то поменялся полностью. Иди сюда, сука. Да не делись ты с ней, не делись. Блять, давайте съебуйте быстрее. У нас тут пиздец, блять. Чучело. Сливы спиздить, тряпки спиздить. А ты тут их двоих убил или одного убил возле заборчика? Я двоих убил, еще третьего убил. Я только одного нашел. Там второй, я не помню где, но он, короче, где-то дальше в лесу или типа того. Не помню. Там он пустой тоже вроде бы. Я не лутал. А ты гвозди не забирал? Я ничего не забирал, я говорю, я съебался. Они гвозди спиздили, короче. Похуй, блядь, что-нибудь лутайте. Пистик живой. Еще бежит. Ага. Сюда иди, блядь. Сосать. Еще попал, два раза попал. Все, он должен сейчас вычистить. Я один раз по ним попал. Ругается еще что-то. Пососали. Так, вы что там? Долутались? А мы, блядь, хуй сосимся с кем-то. Все, давай уебывать. А, убил? Да. Давайте уебывайте, я там еще, блядь, что-нибудь не надам.
Вот я возле нее стою. Ну как возле нее, возле дерева. Короче, к вышке подбегите, я вас увижу. Вы у нее? А, наверное, это другая вышка. А подожди, это вы квеши? Квешу. Мы тебя не видим. Квешните, квешните. А, все, вижу. Я вот. Есть не патроны, блядь? Конечно. На что? На что-нибудь, на что-нибудь, блядь. Нет, нет, нет. Вообще, ну похуй, пойдем. Такой на, такой на, такой на, такой на. И вот тут магазин. 9.19 подойдет. Все, забирай все. Так, дай. Осторожно, здесь где-то хуй в белом был. Примерно как вы одет. Ебать. Блин, такие агрессивные, пиздец. Мы, короче, лишились гвоздей. Они, походу, за эти коробку гвоздей, блядь, чуть ли не порвать готовы, блядь. Да-да-да. Ну, похуй, хоть как-то растащили, блядь. Еда нужна кому? У меня чуть-чуть есть. Не-не-не, хавайте. Я сытый. У меня просто хп нету. Надо сейчас просто выйти из боя этого, блядь, все. Сейчас здесь нужно будет сесть где-нибудь в густых елках и просто отожраться, отпиться. И чтоб потом бежать. А мы куда бежим-то? Нам не сюда нужно. А куда? Потому что Камышово, туда пойти. Камышово, Солнечное. Да я, блядь, у меня патрон нихуя нету. Ну, ладно, посмотрим сейчас. У меня это, еда, вода есть, надо? Кому? Нет, я сейчас с Левами наемся, нормально. Блядь, такая тупость, нахуй. Я же вижу, у него башка-то, блядь, торчит, нахуй. Я в прицельном этом, два раза прям пах, кровь была, нахуй. Второй раз пах, стреляю, ну лежит, нахуй, не шевелится. Подхожу, тут встает с карабина мне на, нахуй, я падаю. А я столько пережил попаданий, пиздец. У тебя броник, видишь, у тебя броник как бы все-таки решает. Да. А это тоже, блядь, я в чела три раза с коряка попал, он, блядь, жил. Прикинь, он еще и встал потом ко мне пошел, блядь. Руку квадро подал. Да, скорее всего. О, блядь, у меня, прикинь, уничтожены эти. Сапоги, блядь. Есть у кого ткань? Бля, да. всю ткань выкинул. Держи. Чуть-чуть, правда, но все же. На ступни он сделал повязку. Блядь, они даже мне заруинили, нахуй, ботинки. Причем так было очень смешно, блядь. Я такой, это, знаешь... Смотрю на тебя, ну ты с пушкой был, потом ворачиваюсь, бля, женщина стоит. Я такой думаю, ты говоришь, да, я. Я такой, а. Чё за хуйня? Она начинает бегать. Нет, самый прикол в том, что я тебя вижу, я думал, ты на меня смотришь, из-за панамы вот этой обоссанной. А я такой смотрю, зайди, тебя несет тут туша, блядь. Я такой, опа, это не я, блядь. Угу, пиздец. У меня, блядь, три бинта, потрошки и ножик. А, и дрободук. А, стой. Это место тебе. Ой, мне тоже можно. Сейчас съем, я тебе сюда. Не, вроде. Да то стрелял вроде бы. Кто у крана навесного бегает? О, гелика вижу! Кто у крана навесного? Нет. У берега тип. Геля вижу, гель вижу. У берега тип. Да, ну мне не шлепать. Давай, мне нечему стрелять особо. Короче, в дом зашел. Так, я бегу. Пойдем. Бля. У меня зомби, подожди. Да. Сейчас я сделаю. Давай сделай со мной грязь. В блок встань в блок. Нормально. Вышли. Идем. У меня просто патрон идем. Даже нету, пацаны. У меня три патрона. А они, по-моему, тоже что-то ищут. У тебя гиль сзади, блядь! Тот синий партий, зеленый. Все. Еще один, пацаны. Одного убил. Хорош, мы второго убили. Добивай его быстрее. Ебать, пацаны, добил. Хорош. Ух ты, заряжен. Так, ух ты, винчестер у него. Ром, разлутывай. У меня так. Некуда. Я зомби возьму. Давай. Я взял. Они на тебя бегут. Они на тебя пошли. На, давай. Я тундру у него спиздил. Патроны на мосину много. Еды много. Ебать, а он просто встал на тебя, Влад, и смотрел, блядь. Это, да, он на Влада смотрел.
А я ему в спину просто залипаю, как дурак. А я это, начал стрелять, но у меня урона не хватило убить его. Я ему это пробовал в голову кинул. Угу. Еще один винчик. Так, пацаны, я винчестер взял. Вы разлутываете его. Я просто весь забитый, по сути. 5 на 300. Угу. Сегодня день такой продуктивный. Ебать. Сука, продуктивный, друзья. Тут просто от говна умерли. Зато хотя бы я что-то засейвил, блядь. Если бы я бы сдох, было бы хуёво вообще. Ой, я восстановился. На камбэчили. Вот это, блядь, сейчас второй. Надо тебе, Сань, покурить? У меня есть всё, или ты запасная? А, окей. У меня одна в зубах, другая уже. Он, короче, бежит, блядь, зигзагами, нам, перелезает через забор, и ко мне всё ближе, 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 и прям на меня бежит, я думаю, что это долбоёб, что ли, нам. И он умер от меня, наш... Ну, метра полтора, наверное. Ну, они как-то, да, как переключиться между прицелами? Колесико мыши. Подожди, нет. Да, как колесико, у меня колесико мыши. У меня колесико, у меня же Роман еще управляет. У меня в тундре Романчика управляет. Кепка валяется мертвая. Да, зачел сдох. На горах камышов появляют такие, ну, нахуй, тебе умирают. Это то же самое, что родиться в Северной Корее, блядь. Ну, нахуй, где я родился? В Корее. В Северной или нет? В Северной, не знаю. Ну пиздец. Как потерянное детство. Да-да, блядь. Может налево, вот туда куда-нибудь попремся? Или у вас какой-то план есть, или вы держимся? Ну, у нас здесь, есть, по крайней мере, в Камышово, более безопасно. Мы не сможем сейчас полутаться. Да-да. Меня ёбнули. Ромчик убил, борта кепку ёбнул. Безопасно. Нам сейчас аккумулятор нужен большой. Если мы его найдем, мы просто на автобусе сейчас уедем куда-нибудь. Все на будущее. Да. Ну, поехали лутаться. Так, пацаны, я полный, блядь. Давайте вас прикроем, может, посмотрю Камышово.